Всем еще раз добрый день, с вами я, как обычно, Александр Демидович, и вот чем я хотел сегодня поделиться. Сегодня 25 июля 2018 года, те, кто меня мониторят, отлично помнят тех три дня, которые я провел в областной державной экологической инспекции. Сегодня я при мониторинге столкнулся на одном из сайтов с вот такой информацией. Информация 29 липня 2018 года, то бишь вчерашняя. Ну, здесь велся разговор об обговаривали проблемы сбору, зберігання та утилізації зіпсованих та відпрацьованих батарей, люмінесцентних ламп, ртутних батареек і акумуляторів. І в ряду прочого я столкнувся вот с какой информацией. Про все це, скільки вони закупили, скільки переробили небезпечних відходів за останні 5 років, де їх утилізували та скільки їх залишилося. Про все це ми у них запитаємо, пояснив керівник, подчеркує керівник Державної екологічної інспекції в Полтавській області Вадим Осипенко. И вот тут у меня стал вопрос. Я три дня там провел. Вадим Осипенко мне представлялся как помощник начальника этой экологической службы. Но здесь, вчера буквально, он себя позиционировал. Позавчера он был просто помогал. А вчера он оказался керівник Державної екологічної інспекції в Полтавській області. Я решил зайти на сайт Державная экологическая инспекция у Полтавской области, тоже вам показываю. И начал выяснять, кто же здесь начальник. В графе «начальник» написана вакансия. Оказывается, я общался не с начальником, а с первым заступником Гажиенко Галиной Ивановной. Хотя я думал, что это начальник. Мне говорили, что это начальник. Возникает вопрос, кто же врет? Почему так происходит, что в облдержадминистрации человек приходит и позиционирует себя как начальник инспекции, Державной экологичной инспекции, а в кабинетах в самой инспекции он просто помощник, он чуть ли не волонтер. Я в тупике, я не знаю, как это все расценивать, я не знаю, куда обращаться и к кому что говорить. В областной держадминистрации, похоже, не знают об этом. А может, знают, но скрывают. Нам врут на каждом шагу. Почему такая ситуация, я не знаю. Этого я установить не смог. Но факт налицо. Всем хорошего настроения. Я продолжаю мониторить.